завершать нашего матча сегодня. Буквально несколько слов о комментаторах сегодня. Обошлось без сюрпризов, как ни странно, и для вас работают Константин Генич и Георгий Черданцев. На ваших экранах итальянский футбол. Смотрим серию А. Это Милан против Наполи. Потрясающая атмосфера сегодня на стадионе. Думаю, она поможет командам раскрыться. Стартовый состав Милана вашему вниманию. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Наполи, возможно, самая зрелищная и оригинальная команда Италии во многом благодаря своему удивительному президенту Аурелио де Лаурентису, но это тот самый человек, благодаря которому все это стало возможно. Какой президент, такая и команда, Георгий. Теперь не знает, темперамент передается. Несколько лет назад де Лаурентис психанул после публикации календаря чемпионата Италии, тяжелого для его клуба. Обвинил всех в неуважении к Наполи, потом остановил какого-то паренька на мопеде, подсел к нему сзади и под аплодисменты укатил прочь. Просто как в кино. Состав Наполи. В воротах Оспина. Пенья вместе с Жилинским в центре полузащиты. И в атаке сегодня играет Осимхен. Ляо. Сандро Тонали. У соперника в итоге мяч оказывается. Молодец арбитр, увидел тут преимущество и не стал игру останавливать. Фабиан. Хороший пас отдал. Матео Политано. Мяч на угловой уходит, был рикошет. Арбитр демонстрирует нам, что он хорошо все помнит и показывает желтую карточку за нарушение, которое было несколько мгновений назад. Да, очень грамотная работа рефери. Мяч оставался ведь у пострадавшей стороны, и важно было не сорвать перспективную атаку. Решили коротким пасом разыграть этот угловой они. И еще один угловой будет. И вот вместо подачи розыгрыш угловой. Мяч.